Ну так вот, кэширование данных на диске в раньше времена, да, кэширование данных на диске было очень полезным занятием, потому что скорость работы диска гораздо меньше, гораздо ниже, чем скорость работы по оперативной памяти. И если мы говорим, что вот у нас часть оперативной памяти используется для обмена с диском, то ситуация следующая. Мы открываем файл, я повторяюсь, потому что я забыл запись включить. Мы открываем файл, когда и начинаем оттуда читать, все данные, прежде чем мы их прочтем в нашей программе, оседают в этом самом кэше, то бишь в какой-то области оперативной памяти. Если они нам понадобятся еще раз, все, больше мы их не читаем с диска, мы читаем только из памяти. Если они нам, если мы что-то меняем, мы записываем в память, а синхронизировать с диском операционную систему будет чуть позже. Если кто-то другой полезет в этот файл, он тоже полезет сначала в кэш, и увидит наши актуальные данные, которые мы только что записали в кэш дисковый, а с основного диска читать не будет. Вот. Вот такая была идея. Значит, эта идея хороша, но на примере этой идеи как раз видно все недостатки и достоинства такого подхода. Вот. Главный недостаток какой, как вы думаете? Просыпайтесь. Вот что вам кажется наиболее опасным в ситуации, когда мы, работая с диском, на самом деле работаем с кусочком памяти, вот, и потом когда-нибудь его синхронизируем? Да, значит, если мы нажмем кнопочку reset в какой-то момент, то содержимое диска превратится в тыкву. Причем, чем больше наш кэш, чем дольше он в горячем состоянии сидит в памяти, горячее это значит, знаете, как горячая картошка. Да, ее вот хватаешь, она горячая, надо немедленно отпустить. Но нельзя, потому что она в костер упадет. Да? Так вот, значит, горячий кэш это как раз та же самая ситуация, когда мы изменили что-то в памяти, а на диск еще не синхронизировали. Да? Значит, вот он, его надо как можно быстрее бросить. Вот. Любой горячий кэш это. И чем больше размер горячего кэша, тем в данный момент времени, тем опаснее прерывание вот этой самой связи, о которой вы говорите. Вот. Еще хуже ситуация, когда мы кэшируем не файлы, а вообще содержимое, скажем так, дисковой операции. То есть операционная система потрогала там, потрогала сям, пописала туда, пописала сюда, все это осело в кэше, мы нажали reset, и вот тут мы как бы получаем настоящую тыкву на диске, потому что там часть файлов в старом состоянии, часть в новом, еще, что еще хуже, часть в полустаром, полуновом, частично данные туда синхронизированы, частично нет. Вторая странная проблема, которая может возникнуть, это если у нас кто-то работает с диском в обход кэша. Ну, не знаю, какая-нибудь программа, которой нельзя работать с кэшом, какая-нибудь программа там дефрагментации. Да? Если она работает, понятное дело, что все, что лежит в кэше, это в этот момент абсолютно ей перпендикулярно, и может статься такая ситуация, что она что-то изменила или она что-то прочитала, а это уже было не актуально. Вот. Третья проблема, она более хитрая, она состоит в том, что но она вытекает из второй. Она состоит в том, что вообще все компоненты операционной системы, которые работали с диском, теперь должны работать с диском через кэш. Иначе будет непонятно, насколько актуально то, что на диске вообще содержится. Вот. Ну вот, это, значит, был пример про диск, а я лучше вернусь к примеру про память. Значит, на самом деле кэширование, я не знаю, дал я определение или нет, да, дал я определение кэшированию. Значит, кэширование это отображение части данных медленного устройства на быстром устройстве и последующая их синхронизация, разумеется. Ну или, скажем так, синхронное отображение. Вот. Нет, тоже неправильно, синхронизируемые, потому что, как мы только что видели с предыдущего примера, у нас кэши могут не соответствовать, могут быть горячими. Вот. Прежде чем начать говорить про кэш с чуть более формальной точки зрения, давайте попробуем определиться, а что такое скорость. Помните, мы говорили быстрое устройство, медленное устройство? На самом деле, говоря про скорость, мы говорим про два совершенно разных,
параметра. Вот. И это время отклика, и это пропускная способность. То есть, когда мы говорим, что диск медленный, мы говорим на самом деле про обе этих вещи. Во-первых, для того, чтобы вообще что-то прочесть с диска, нужно сначала позиционировать головку на нужную дорожку, а вот это реально медленно. Потом дождаться, что рабочая поверхность докрутится до того места, где нужен нам, ну, лежит нужный нам сектор. И в этот момент мы ждем. То есть операция чтения вообще не происходит. Вот вам то, что называется latency, время отклика. Если нам нужно прочесть второй сектор из совершенно другого места, то такая же фигня, значит, позиционируем головку, ждем, пока докрутится диск, читаем. Вот. Но еще есть понятие пропускной способности. Предположим, диск у нас подключен к нашему компьютеру с помощью, ну, какой-нибудь шины данных, которая обеспечивает пропускную способность, ну, допустим, 1 мегабайт в секунду. Это понятно, что таких дисков уже лет 20 как не существует, но неважно. 30. Вот. Это означает, что даже если диск будет физически сам по себе очень быстрый и может операцию позиционирования делать быстро, или если диск, как все современные диски, обладает свойством читать не один сектор, а, скажем, грубо говоря, всю дорожку, то есть взяли, вот, спозиционировали головку, и вот пока диск крутится, мы так как раз и прочитываем все, что там лежит. Это может быть довольно быстро. Вращение диска очень быстрое. Там 7200, да, помните? Диски бывают 5400, 7200 и 11 сколько-то там. Оборотов в секунду. Нет, в минуту все-таки, не в секунду, иначе бы они взлетели, это уже сверхзвуковая скорость. Вот, оборотов в минуту. Вот. То есть понятно, что если у вас там 7200 оборотов в минуту, значит, у вас больше одного оборота в секунду, значит, за эту секунду можно прочесть все. Вот. Но даже если он будет очень быстрый физически, если он подключен по шине передачи данных, которая передает все со скоростью 1 мегабайт в секунду, скорость, throughput, да, пропускная способность этого устройства будет 1 мегабайт в секунду, и все. Такие дела. Вот. Соответственно, когда, значит, нам нужны оба этих понятия. К сожалению, у нас не было времени для того, чтобы на лекциях про оперативную память рассказать, почему она медленная. В том числе и потому я это не сделал, что для этого нужно немножко разбираться в элементной базе, а на это у нас просто в курсе не было, не запланировано времени, к сожалению. Вот. Ну, в общем, оперативная память достаточно медленная, и у нее оба этих параметра, вообще говоря, ну, такие себе. Особенно latency, особенно задержка. Потому что там должны быть такие так называемые циклы регенерации, когда нельзя читать из памяти, потому что в это время в ячейке перезаписывается то, что туда записалось раньше. Там сам акт доступа содержит декодирование. Ну, короче, медленно. Вот. Ну, а throughput зависит именно от скорости собственного чтения, от размера шины, вот этого всего. На самом деле, есть еще третья вещь, которая, как обычно, в курсе архитектуры вычислительных систем, значит, как обычно, не является какой-то научной проблемой, а является проблемой чисто технологической. Третье свойство кэша, когда мы этот кэш, значит, когда он оказывается быстрее, чем медленный диск, состоит в том, что мы можем быстро или относительно быстро зачитать в кэш большой кусок данных, а из кэша читать уже маленький. Например, с тем же диском ситуация следующая. Мы не можем с диска прочесть байт. Единица обмена информацией с диском – это сектор, который там занимает 512 килобайт, или там мегабайт, или 4 мегабайта, или даже 8, ну, в общем, слегка больше, чем 1 байт. Вот. Поэтому, если мы тупо читаем каждый байтик с диска путем чтения одного сектора, а потом выбора из этого сектора одного байтика, то мы получаем, в общем, очень медленную картинку, потому что каждое чтение сектора – это медленная операция. Если мы это дело кэшируем в памяти, то мы прочитали целый килобайт, там, условно говоря, да, или там мегабайт. Я сказал мегабайтов, килобайтов, конечно. Вот. Прочитали целый килобайт или даже целый мегабайт. Вот. А потом выясняется, что нам нужно оттуда один байтик. Ну и ладно. Вот.
Зато, когда нам нужно будет второй, он уже окажется в памяти, и третий окажется в памяти, и весь мегабайт окажется в памяти. Вот. То есть ситуация, когда внешнее устройство ради быстроты рассчитано на операцию чтения и записи большими кусками, а мы их потом дробим. Вот. Как видите, эта штука не имеет отношения к непосредственному балансу между быстрым и медленным устройством, вот, а имеет отношение к тому, что наши медленные устройства в попытке сделать побыстрее общаются большими кусками данных. Вот. Тем не менее, значит, когда речь идет о кэше, например, дисковом, всегда приходится иметь дело вот с этой самой гранулярностью. Вот. Да, возникает еще один совершенно философский вопрос. А почему, собственно, кэш на быстрой памяти меньше, чем то устройство, которое мы кушируем на медленной памяти? Давайте все сделаем на быстрой памяти. Вот. И тут есть два соображения. Одно очевидное, а второе не очень. Очевидное соображение состоит в том, что, наверное, быстрое устройство, оно дороже, чем медленное. И это почти всегда так. Оно дороже либо по деньгам, потому что нужна более тонкая технология, либо по энергопотреблению, как в случае с оперативной памятью. Вот оперативная память, она дешевле именно потому, что на ее работу уходит гораздо меньше энергии, чем на работу памяти, которая устроена по другому принципу, аппаратная, которая как бы набортная память процессора. Вот. Именно поэтому, в числе прочего, процессоры греются гораздо больше, чем модули памяти, скажем. А вот второе соображение интересное. На самом деле, как в общем можно догадаться, если подумать, чем больше объем памяти, тем она в принципе медленнее. Ну смотрите, вот у нас есть регистровая память, где каждый регистр, у нас их там 32 штуки, и обращение к регистру, это просто такие 8 проводов, да, какие 8? 6. 2 в шестой степени 32, 2 в пятой 32, 5 проводов. Обращение к регистру – это вообще просто 5 проводов, на которые мы выставляем значения, дергаем их и немедленно получаем адрес, содержимое соответствующей ячейки. Ну, не, там, может быть, не 5, чуть больше. А теперь представим себе настоящую оперативную память, в которой, значит, которая мало того, что там 64-х, байтный размер адреса, битный, ну, может быть, даже 32-битный, как в случае нашего МЕПСа, так еще и сама организация оперативной памяти не позволяет непосредственно выставить вот, 32 провода и немедленно получить размер содержимое ячейки. Там нужно делать какую-то еще схемотехнику, которая будет превращать вот эти вот значения 32 проводов в конкретную цепь, ведущую конкретной ячейки, дожидаться ее как бы, готовности, оттуда считываться. Вот. Соответственно, в чем разница? Разница состоит в том, что мы можем позволить себе 5 проводов и ту схемотехнику, которая наверчена вокруг них, их там будет, ну, 2 в пятой степени, каких-то кусочков. И не можем себе позволить 2 в 32 степени кусочков, по крайней мере, вот, поначалу. Тем более, если наша память, как мы сейчас увидим чуть позже, если наша память требует еще и какого-то поиска, да, то есть не адресуемая, а, так сказать, фактическая. Мы то что-то положили, а потом мы это ищем. Поскольку процедура поиска линейна, то как только мы увеличиваем объем памяти, мы сразу увеличиваем время поиска по ней. Вот. Поэтому далеко не всегда кэширование... размер кэша меньше, чем размер кэшируемого устройства, просто потому, что кэш дороже. Иногда и потому, что больше размер кэша просто неэффективен. Такие дела. На самом деле я пропустил, когда давал определение кэша, я пропустил одно слово, а это слово очень важное, пожалуй, самое важное в том, о чем мы будем говорить сегодня. Кэширование – это не просто отображение части данных медленного устройства на быстром устройстве. Это отображение актуальной части данных медленного устройства на быстром устройстве. То есть тех, которые нам понадобятся, скорее всего. И вот тут, как везде, когда мы должны предсказать, что нам когда
скорее всего, понадобится, мы упираемся во всякие, во всякое колдунство, во всякие предсказания, вангования и прочее. Вот. Потому что в действительности нам нужно иметь в кэше те данные, которые нам понадобятся. Нам не нужно иметь в кэше те данные, к которым мы больше не будем обращаться. Правда? Вот. И по большей части вся, весь наш дальнейший разговор на эту тему будет состоять в том, чтобы определить понятие актуальности. В теории, которая с этим связана, есть два понятия. Одно называется временная локальность, а другое локальность пространственная или адресная. Значит, что такое временная локальность? Идея стоит в следующем, что если вы обращались к какой-то ячейке памяти, как правило, это речь идет о данных, то вы, скорее всего, обратитесь к ней еще раз. Ну, правда же, если вы что-то прочитали, то, наверное, один раз, то, наверное, этим вы будете пользоваться в вашей формуле, там, где-то еще. С некоторой вероятностью вы даже потом обратно туда запишете. Если вы работаете с каким-то массивом, да, что-то, какие-то элементы в нем читаете, пишете, как бы формулируете, сортируете его, то, скорее всего, работа, обращение к каждой ячейке будет неоднократно. Вот. Можете привести пример временной локальности не для данных, а для кода. Ситуация, когда вы обращаетесь к вы обратились к некоторой ячейке памяти, в которой лежит код программы, и из этого следует, что вы обратитесь к ней еще раз. Скорее всего. Цикл совершенно справедливо. То есть временная локальность, она, вообще говоря, программы мы пишем таким образом, что принцип временной локальности распространяется и на данные, и на код. Следующая фишка – это пространственная локальность. Ну, то бишь адресная. Это ситуация, когда вы обращаетесь к некоторой ячейке памяти, и, скорее всего, после этого вы обратитесь к следующей. Значит, пространственная локальность – это ситуация, когда вы обращаетесь к некоторой ячейке памяти, и из этого следует, что вы, скорее всего, обратитесь к следующей ячейке памяти. Приведите примеры, опять же, в обоих случаях, в случае пространственной локальности данных и пространственной локальности кода. Но с кодом все понятно. Если программа выполняется, то, видимо, после данной инструкции выполнится следующая. А с данными как? Ну, тоже тупой вопрос. Смотрите, пространственная локальность – это ситуация, когда вы обращаетесь к некой ячейке данных, и из этого следует, что вы обратитесь к следующей. Типичный пример – это код. Если вы выполнили некую инструкцию, вы, скорее всего, будете выполнять следующую, есть только там не условный переход. А пространственная локальность данных – это как? Это когда? Локальность по данным. Пространственная локальность по коду понятна, да? Мы обращаемся, мы выполняем некую инструкцию, скорее всего, мы полезем в память, в которой лежит код, за следующей инструкцией. Ну, любой массив, на самом деле. То есть, если вы работаете с массивами данных, а массивы данных это, ну, вот мы даже с вами делали упражненьки на массивы данных, да? То если вы обращаетесь к какую-то ячейку памяти, скорее всего, вы полезете за следующей. Я вам даже больше того скажу. И стек так устроен, да? Вообще любой объект, поскольку мы, в принципе, мы с вами пишем программы таким образом, что те данные, которые мы используем, обычно лежат рядом, особенно временные. Вот. То есть мы полезли за одной ячейкой, скорее всего, мы полезем за следующей, ну, сразу после этого. Локальные переменные в стеке так лежат, все данные в памяти так лежат, вот, в массивах и так дальше. Вот. Вот эти два принципа, обратите внимание, что они не универсальны в том смысле, что это следствие, собственно, фоннеймовской организации архитектуры ЭВМ. Наши программы так написаны. Наши данные так устроены, мы так устроили наши данные, что они соблюдают эти два принципа. Вот эти два принципа и есть соображение относительно того, что такое локальность, актуальность данных. На самом деле есть еще более тонкие штуки. Одну из них мы уже говорили в прошлый раз, это то, что называется branch predictions. Да? То есть мы можем в принципе предсказать, какую ячейку мы будем выполнять следующей. Например, в том же цикле, помните, что в цикле мы
там n раз совершаем переход на начало цикла, а n плюс первый раз не совершаем. Это значит, что мы, вообще говоря, должны кэшировать в памяти начало цикла, а продолжение, вот то, что после конца цикла, не должны, потому что, ну, если не можем, если у нас есть, мы стоим перед выбором, лучше закэшировать все тело цикла, по которому мы все время крутимся, и пожертвовать кэшированием того, что стоит после цикла, потому что все тело цикла выполняется n раз, а то, что после цикла, только один. Вот. А есть еще такая штука, ох, не знаю, как это по-русски перевести, очень красивое латинское название, equidistant. Равноудаленный, да. Идея стоит в следующем, что в принципе довольно частая ситуация с обращением к памятью как раз. Это вы обращаетесь к ячейке номер, скажем, n, а потом внезапно n плюс 16, а потом внезапно n плюс 32, а потом внезапно n плюс 48 и так дальше. Вот это уже не самый простой вопрос, хотя и не сложный. Как вы думаете, приведите пример такой ситуации при программировании, когда мы внезапно обращаемся к ячейке n, потом n плюс, с адресом n, потом с адресом n плюс там, 16 или там, плюс 100, потом n плюс 200. Нет, с equidistant, да, естественно, n плюс 100, n плюс 200, n плюс там, 300. Стек – это хорошая идея, на самом деле все проще. Вот, к сожалению, у нас не было ни на ассемблере, ни на C еще этой штуки простой. Короче, любой массив сложных данных, например, массив структур. Что вы делаете? Вы говорите… прочитать структурку поля А, прочитали поле А, прочитать следующую структурку поля А, прочитали поле А, сравниваете их там, ну вот это все. Да? То есть у вас в массиве лежат структуры, вы всегда обращаетесь к одному и тому же полю этих структур. Упс, получается, что в памяти вы лазите по точно шаговым смещениям. Вот. Вот это последнее, это уже чистое воду, потому что, понятное дело, пока вы не начнете обращаться к памяти, в общем, ни с чего не следует, с каким смещением вы собираетесь к ней ходить. Вот. Но, тем не менее, такая локальность тоже имеет место. Вот. Отсюда вывод. Что мы должны кэшировать? В первую очередь... те данные, которые мы уже прочли, с которыми мы уже обращались, потому что принцип временной локальности говорит нам то, что, то, к чему мы обратились, скорее всего, мы обратимся к нему еще раз. Потом, второй пункт, что мы можем кэшировать, то, что лежит непосредственно после этих данных. Согласно принципу пространственной локальности, если мы обратились к ячейке памяти, скорее всего, мы обратимся и к тому, что лежит после. Ну и третий. Любой шаблон более сложный, чем обращение к следующей ячейке, если мы можем его выловить, то мы можем предсказать, что кэшировать дальше. Вот типичный пример, это как раз равноудаленные данные. Но опять-таки это уже чистая вода, потому что непонятно, как это организовать аппарат, непонятно, как угадывать, вот это все. Кэш не резиновый, он когда-нибудь закончится. Честно скажу, сразу закончится. Потому что объем кэша, как правило, на несколько порядков меньше объема оперативной памяти. Что оттуда выбрасываете, по какому принципу? А вот это уже вещь, над которой, которую можно и поресерчить. То есть это уже наука такая. Мы, конечно, этой наукой не будем заниматься, мы посмотрим ее на ее результат. Вот. Но, в принципе, алгоритм устаревания данных в кэше, и это очень-очень непростая штука, зависящая в частности от природы этих самых данных. Да? То есть мы можем как-то попробовать предсказать, какие данные хорошие, какие плохие. Вот. Но это, опять же, выходит за рамки того, что мы можем реализовать на одном конкретно взятом процессоре. Поэтому давайте рассмотрим простые стратегии устаревания кэша. Вот. Самая простая стратегия – это случайно выбрасывать оттуда что-то. То есть вот мы хотим закэшировать новые данные, и мы оттуда случайно выбрасываем старые. Как ни странно, она более-менее работает, эта стратегия, но я бы не сказал, что очень хорошо. Понятное дело, что можем случайно,
если мы случайно выбрасываем из кэша какие-то данные, мы можем выбросить оттуда случайно то, что нам на самом деле нужно. Вот. Идеальная, конечно, стратегия, она идеальная в том смысле, что как сферический конь в вакууме. Вот. Наверное, никто не знает этого словосочетания. Это про теоретическую физику такой, да, знаете. Ну, вот она идеальная в этом смысле. Это стратегия, когда мы в кэше держим наиболее часто используемые данные. И, соответственно, выбрасываем наименее часто используемые данные, less frequently used, да? Значит, выбрасываем те данные, которые мы реже всего используем в кэше. Да нет, никакой интуиции тут как раз, ею как раз и не пахнет, потому что мы должны всего лишь для каждой ячейки хранить время ее жизни, то есть когда мы ее закэшировали, и количество ее использования, то есть сколько раз мы к ней обращались. Одно поделить на другое, получим как раз частоту обращения. Вот. И всякий раз, когда мы заполняем кэш какими-то данными, мы из него выкидываем те данные, у которых эта частота самая низкая. Вот и все. Ну вот и все, это такое вот и все, да? Потому что все это надо суметь сделать на аппаратном уровне. Вот. То есть каждое обращение к кэшу в этом случае чревато двумя арифметическими операциями, да? Сложением в одном случае, сложением в другом случае. И еще и делением. Ну, потому что нам же нужно вычислить вот этот индекс. Это, конечно, будет не деление, а что-то такое, но тем не менее. То есть каждое обращение к кэшу уходит по вот этим вычислениям, зато, понятное дело, ну, там, совсем-совсем свежие данные, про них мы еще ничего не знаем, да, у них частота обращения равна примерно единице, потому что мы их только что прочли с вероятностью 1. Вот. И чем, значит, видимо, какой-то блок свежих данных, ну, там, не знаю, несколько тысяч первых обращений, мы должны их всегда держать в кэше, потому что мало ли что. А дальше уже, как бы, чем дальше, тем этот индекс актуальнее, да. Те данные, про которые мы, условно говоря, забыли, можно из кэша выкидывать. Это довольно сложный механизм, он капризный, зависит как раз от природы данных, и поэтому используется нечасто. Самое главное во всех этих механизмах – это то, что мы на самом деле должны еще производить поиск по кэшу. Смотрите, прошли мы ячейку номер n. Мы, вообще говоря, должны узнать, а храним ли мы в кэше ячейку номер n, и посмотреть, а какие атрибуты у нее, сколько она раз была прочитана, какой у нее возраст, вот это все. Вот. Так что прямое отношение к тому, что было сказано раньше. Да? Чем больше кэш, тем дольше поиск по кэшу, если алгоритм хранения в кэше предопределяет поиск. И значит, тем медленнее он будет. Вот. Чуть более простой алгоритм – это LRU, less recently used. То есть мы выбрасываем не те ячейки, частота обращений к которым наименьшая, а просто тех, к которым мы давно не обращались. Это прямая эксплуатация принципа временной локальности. Идея состоит в том, что если мы долго не обращались к какой-то ячейке памяти, скорее всего, мы дальше не будем это делать тоже. Потому что мы уже вообще на это забили и занимаемся другим местом памяти. Вот. Этот принцип слегка проще, потому что он не требует деления. Вот. Он требует только каунтера, только счетчика времени. Да? То есть та ячейка, которая самая старая, она главный кандидат на это. Это слабое звено, вот это все. Вот. Ну хорошо, а какие мы знаем методы упорядочивания данных в памяти, которые можно реализовать аппаратно? Например, аппаратно можно реализовать очередь. FIFO – это first in, first out. Я думаю, что у вас были на алгоритмах эта штука. То есть это реально можно сделать аппаратно. Мы что-то такое
записываем в память, перекидываем ссылочку, и вот они у нас движутся. Вот. На самом деле даже никакого перекидывания ссылочек где не нужно делать, аппаратный FIFO реализуется слегка по-другому, неважно. Эффективность, понятное дело, примерно такая же, как и у случайного доступа, случайного устаревания. Да? То есть, нет, она чуть лучше. Почему? Потому что что такое first in, first out? Это значит, что мы будем выбрасывать из нашей очереди ту ячейку данных, доступ, первый доступ к которой был раньше всего. То есть с некоторой вероятностью, особенно если кэш большой, эта ячейка будет уже не нужна. Да? Ну, то есть принцип, опять-таки, временной локальности говорит нам о том, что та ячейка, к которой мы обращались очень-очень давно, да, скорее всего, в конце концов, станет невостребована, и мы больше к ней обращаться не будем, и можно выбрасывать из кэша. Поэтому, если случайное выбрасывание из кэша, нам всегда есть вероятность, что выбросим нужное, в случае FIFO если, повторяю, кэш достаточно большой и накрывает всю ту область, по которой мы ходим, самая последняя ячейка в нем, в этой очереди, вполне возможно, уже не нужна. А может быть, она и нужна. Потому что представьте себе, что у нас есть некая область памяти. Например, мы ходим по массиву, и в этом массиве постоянно ищем какой-нибудь максимум. Да? У нас есть ячейки, к которым мы обращаемся редко. Вот. А есть ячейка, которую мы часто используем, но не настолько часто, чтобы она удерживалась близко к началу очереди. Это ячейка, в которой мы, собственно, этот максимум сохраняем. Вот. Итак, и если она будет в чистом FIFO, и размер этой очереди будет недостаточно велик, то эта несчастная ячейка, в которой мы храним максимум, постоянно будет оттуда вылетать. Вот. Поэтому достаточно популярный алгоритм – это совмещение очереди с... этим самым с принципом выкидывается наиболее как это самое давнее из используемых ячеек. Вот. В чем этот смысл? Мы добавляем, когда мы добавляем ячейку в очередь, мы предварительно ищем, а нет ли ее в кэше. Если она уже есть в кэше, мы просто переставляем в начало. Вот. Тогда получается какая история? Что у нас, с одной стороны, достаточно эффективный алгоритм устаревания, нам не нужно вообще никаких каунтеров хранить и ничего, мы просто выстраиваем эти ячейки в очередь. С другой стороны, если у нас есть поиск, а поиск у нас все равно есть, иначе мы как определим, что ячейка закэширована? С другой стороны, если у нас есть поиск, то мы можем просто вместо того, чтобы добавлять новую ячейку в начало очереди, вынимать ее из того места, где она стояла, и переставлять ее в начало. Таким образом, как бы обновлять ее статус, говорить, что вот она свежая. Вот этот алгоритм, он с точки зрения вычислительной сложности, пожалуй, самый простой и при этом достаточно эффективный. Вот. Роль счетчика тут будет играть просто положение самой ячейки в очереди. Вот. Но для него нужен поиск. Впрочем, как я уже говорил, поиск все равно нужен, потому что как иначе мы будем определять, что ячейка в принципе закэширована. Значит, парочка терминов. Попадание в кэш или кэш-хит – это ситуация, когда мы обращаемся к памяти, а соответствующие данные закэшированы. А кэш-мисс – это промах в кэша. Это ситуация, когда мы обращаемся к памяти, а соответствующие данные не закэшированы. Просто вот будем говорить попадание и промах в тех случаях, когда это необходимо. Теперь разговор о том, тут не хватает заголовка, разговор о том, а что, собственно, кэшировать. Мы так все время говорили, ячейки, ячейки, ячейки. А в действительности, как мы сейчас увидим, кэшировать одну ячейку памяти очень дорого. Вот. Вот представьте себе, мы хотим закэшировать одну ячейку памяти. Что мы должны про нее знать? У нее есть какой-то счетчик. Вот, если это алгоритм LFU. LRU. У нее есть какой-то счетчик. Ну, допустим, 256 у нас размер, да, устаревания. Ну, возраст. Вот. У нее есть какой-то адрес ячейки. На него отводится 30 битов. И на него есть какой-то. Есть сама ячейка, на нее отводится 32 бита. Вопрос ко всем: почему у нас 30 битов адрес? Вообще у нас 32-разрядная архитектура. Почему адрес 30 битов?
Вы должны знать ответ на этот вопрос, потому что мы этим не раз пользовались. Громче? Да, потому что он кратен 4. Смотрите, мы храним целое машинное слово. Соответственно, нам абсолютно бессмысленно запоминать последние 2 бита, они и так нули. Собственно, ровно так же, как это делается в MIPS. Помните, что команда типа G в качестве адреса там 28 битов, а на самом деле их 30. Вот. Или команда типа I, которая branch. Вот. Вот там вот тоже мы всегда эти 2 бита добавляем. Ну вот. Но при таком раскладе у нас получается на 32 бита данных хранимых 38 битов метаданных, да? 8 возраст и 30 адрес. Что-то многовато будет. Жирновато, я бы сказал. К тому же мы можем подозревать, что если у нас соблюдается принцип пространственной локальности, то мы можем смело кэшировать не одну ячейку, а много подряд идущих ячеек. Потому что, скорее всего, согласно пространственной локальности, у нас, если мы закэшировали адрес А, то адрес А плюс там 1 или там сколько-то, да, нам тоже придется кэшировать в ближайшее время. Поэтому вводится понятие строка кэша, кэшлайн. Строка кэша – это сколько-то там машинных слов, ну, в данном случае, вот, 256. У которых тоже есть какие-то метаданные, например, возраст. И адрес. Теперь вы сможете ответить на вопрос, почему адрес 24 бита, а не 32. Или нет? Да, потому что мы храним адрес вот такой вот фигни, да, это аж на 8000 битов, это, соответственно, сколько там получается, 1024 байта, килобайт. Если мы разрежем память на килобайты, у него, как, вот, на самом деле, 22 же бита, да, я соврал. Что нет, 10 битов будут лишние. Ну, короче, тут что-то у меня с арифметикой, надо посмотреть, но фишка именно в этом, да? Значит, идея состоит в том, что нам не нужно хранить весь адрес. Если мы кэшируем память кусками по килобайту, да, это значит, что нам нужно хранить только значимую часть адреса этого килобайта, а младшие 10 битов у него вообще будут нулевые. Так что здесь 22 бита. Вот этот урезанный адрес имеет название тег, кэштег. Вот, не путать с хэштегом. Значит, идея состоит в том, чтобы хранить только значимую часть того куска памяти, который мы собираемся кэшировать. Ну а кусок памяти имеет название строка кэша, и, соответственно, внутри кэша это просто вот такой кусочек данных, а в оперативной памяти это некий кусок подряд идущих данных, который лежит по адресу как раз кратному, ну вот, равному тегу плюс все остальные нули. Вот. Здесь уже соотношение данных к метаданным гораздо более человеческое. И именно так устроены все современные кэши. Они кэшируют строками. Потому что принцип пространственной локальности нам дает право надеяться, что закэшированная строка будет использована. Понятное дело, что чем больше строка кэша, тем больше шансов, что мы закэшируем то, к чему мы не обратимся. Ну, скажем, у нас массив занимает 254 байта. Ну, разумеется, закэшируют 256, из них 2 не используются. Ну ок, что делать? Такие дела. Значит, статистически все равно это как бы оправдано. Мы, где-то тут было утверждение по типу «на всякую хитрую найдется свой», в смысле «на всякий хитрый алгоритм кэширования найдется свой алгоритм программы, который позволит его полностью пожечь», в том смысле, что на котором кэш будет неэффективен от слова совсем. Вот. Но это правда. Всякий раз, когда мы что-то предсказываем, мы можем написать такую программу, по которой это предсказать невозможно. Вот. Теперь относительно тактик кэширования. Самый простой способ, простой в смысле аппаратной реализации.
Это так называемый прямой кэш. Прямой кэш устроен вот таким вот образом, и идея его состоит в том, вот слева кэш, справа оперативная память. Идея его состоит в том, что у нас есть, ну вот в данном случае, 4 строки в кэша, и у нас есть четко прибитые гвоздиками области оперативной памяти, которые могут быть закэшированы в каждый из строк. Вот линии показывают, что у нас в строке номер 0 может быть закэшировано либо вот этот кусок памяти, либо вот этот, либо вот этот, либо вот этот. Вот. Соответственно, номер 1, номер 2. Когда мы обращаемся к оперативной памяти по... Да, значит, что при этом происходит... А, нет, сначала что происходит? Когда мы обращаемся к оперативной памяти, например, к адресу номер 8, у нас он кэшируется в нулевой строке кэша, и мы запоминаем тег, что мы взяли не просто, значит, какой-то кусок памяти, а именно вот из строки номер 8. Размер тега при этом очень маленький. Нам не нужно хранить весь адрес. Нам нужно только хранить, грубо говоря, номер вот такого вот блока. Из какой части оперативной памяти был взят? В данном случае из части номер 2. 0, 1, 2, 8 – это из части номер 2. Достаточно 2 битов на тег при этой картинке. Ну, тут картинка такая, понятное дело, не соответствующая действительности в количестве битов. Но достаточно 2. Нам достаточно просто знать, что в строке номер 0 закэширован прибитый гвоздиками кусок памяти из блока номер 2. Допустим, если мы после этого ходим к строке номер 5, значит, в строке по адресу 5, да, к кусочку номер 5, то это значит, в строке номер 1 будет закэширован кусок памяти из блока номер 1. И мы должны только запомнить, что там хранится кусок памяти из блока номер 1. Так, не вижу огня понимания в глазах. Сейчас будет сложнее, поэтому давайте с этим сначала разберемся. Идея стоит в том, что вот на этой картинке в каждой из строк кэша может быть закэширован только один из 4 возможных блоков, кусочков. Вот. А почему это, тем не менее, эффективно? Идея стоит в следующем, что если мы сходили к блоку номер, по адресу номер, к кусочку номер 4, то, скорее всего, мы потом пойдем к кусочку номер 5, это пространственная локальность, да? Вряд ли мы будем бегать по нашей оперативной памяти настолько в разбивку, что мы сначала пойдем к кусочку номер 0, а потом к кусочку номер 4. А именно эта ситуация приведет к выгоранию нашего кэша, да? Выгорание – это, значит, это такой термин, не совсем официальный, это когда то, что в кэше лежит, не соответствует тому, что мы хотим. То есть мы закэшировали одно, а хотим другое. Забили кэш чем-то, что больше нам не нужно. Вот выгорание кэша произойдет, если мы после блока номер 0 будем ходить к блоку номер 4. Но принцип пространственной локальности говорит, что, скорее всего, мы будем ходить к блоку номер 1. Вот. Вот в этом смысл. Если наша программа нарушает пространственную локальность, то есть реально ходит к памяти в разбивку, то прямой кэш становится неэффективен. Ну, то есть, если мы напишем программу, которая ходит к блоку номер 0, номер 4, номер 8, номер 12, номер 0, номер 4, номер 8, номер 12, эффективность кэша будет примерно нулевая. Такие дела. Зато, как нетрудно себе догадаться, аппаратная реализация кэша прямого доступа очень простая. Нам нужно просто брать данные, вычислять тег, сравнивать его и на этом основании принимать решение относительно того, данные закэшированы или нет. Это несколько сотен проводов, несколько десятков ключей, честное слово. Вот. И она очень часто используется в ситуациях, когда нам нужно кэшировать большие объемы. Потому что чем больше объем, чем больше размер самого кэша, тем больше шансов, что принцип локальности не будет нарушен. Понятное дело, что можно не считать количество этих палочек, это палочки по типу каждый с каждым. Более логичная и такая более первоначальная идея – это устроить кэш таким образом, чтобы в каждой строке могла лежать любая строка из памяти, любой кусочек из памяти, вот от 0 до 15.
То есть мы обратились к кусочку номер 6, шикарно, запомнили его в первый, в как там у нас, в наиболее устаревший, заменили им наиболее устаревшую строку из кэша. Тут мы включаем алгоритм устаревания, вот это вот все, о чем мы только что говорили. Да? Обратились к кусочку номер 10, окей, заменяем им наиболее устаревшую строчку из кэша. В чем главное отличие, почему не сделать вот так все, в чем главное отличие кэша ассоциативного по отношению к кэшу прямого доступа? Какую операцию нам придется, значит, теперь мы обращаемся к памяти, значит, если соответствующая строчка есть в кэше, то она считается из кэша, это попадание, а если соответствующей строчки нет в кэше, то она считается из памяти, и это, соответственно, промах. Какое главное отличие ассоциативного кэша от кэша прямого доступа, какой операции добавляется в ассоциативном кэше, как вы думаете? Что в нем еще нужно уметь нам, чтобы его реализовать? Смотрите. А? Да, сравнивать, совершенно справедливо. Кто сказал сравнивать? Вы сказали сравнивать. В случае кэша прямого доступа мы точно знаем, какая строка там может лежать. И мы проверяем только, мы сравниваем только теги. Причем, если это другой тег, значит, это кэш-мисс, а если это тот самый тег, значит, это кэш-хит. В случае ассоциативного кэша нам нужно проверять, искать, где среди наших строчек лежит или не лежит соответствующий тег. Мы вычислили тег и дальше ищем его, потому что он может быть в любом месте. То есть это кэш, который предусматривает процедуру поиска тега. Соответственно, чем больше тег, чем больше количество строк, тем дольше этот поиск идет. Поэтому кэш ассоциативный используется на малых объемах, когда нам очень важно, чтобы, значит, вот, когда горячее пятно очень маленькое, то есть то место, к которому мы постоянно ходим, да? Но зато оно может быть где угодно. Вот. Опять-таки, чем меньше кэш, тем больше шансов, что принцип локальности будет нарушен, но ассоциативный кэш как раз устойчив к принципу пространственной локальности. Нарушением принципа пространственной локальности. Мы можем в ассоциативном кэше кэшировать любое место в памяти, и поэтому ходить в разбивочку, ходить как хотим. Такие дела. Вот, но нужен поиск. Что касается временной локальности, то тут, как вы понимаете, главное это алгоритм устаревания. Вот. И насколько он будет, этот алгоритм устаревания, актуальным, настолько все это и будет работать. Так, значит, в чем главный недостаток кэша прямого доступа? Главный недостаток кэша прямого доступа состоит в том, что если мы нарушаем принцип пространственной локальности, он работает плохо. Не самый простой вопрос, но, может быть, вы вспомните, потому что я про это говорил на лекции. В каких случаях мы, в принципе, всегда нарушаем принцип пространственной локальности? Вот у нас есть компьютер, на нем что-то работает, да? И вот я утверждаю, что на любом персональном компьютере, на котором мы работаем, принцип пространственной локальности, то есть ситуация, когда мы обращаемся к соседним ячейкам кода или к соседним ячейкам памяти, постоянно нарушается. Нет идей? Это любая вытесняющая многозадачность. Любая ситуация, когда у нас одновременно выполняется несколько задач на одном и том же компьютере. А это, ну, практически чуть менее, чем все компьютеры вообще в мире. Предположим, у вас есть операционная система, у нее есть ядро и запущено там сколько-то задач. В течение одного кванта времени выполняется код одной задачи. Дальше мы переключаемся на другую задачу, и в этот момент принцип локальности нарушается. Кусочек кода, который мы исполняем, начинает исполняться из совсем другого места в памяти. И данные для этих задач берутся из другого места в памяти. Потом она делает системный вызов, и вы упадаете в режим ядра, и принцип локальности словно нарушается. Вы попадаете в пространство ядра, в случае мипсайта вообще другое адресное пространство, если вы помните. Да? И у него свои данные и так дальше. То есть на современных компьютерах, в современных операционных системах мы имеем несколько таких очагов локальности. Не один.
грубо говоря, у нас один процесс лежит вот в рамках, скажем, нулевого блока, а второй процесс в рамках, ну, скажем, второго блока. И постоянно переключается между ними. Соответственно, если кэш не будет обладать свойством отслеживать несколько, несколько точек, вот горячих таких точек в памяти, то он будет неэффективен. Поэтому достаточно объединить эти два принципа, принцип ассоциативности и принцип прямого доступа, чтобы получить вот как вот здесь вот модель кэша, которая одновременно умеет и ходить, не так, с одной стороны, достаточно быстрый, и чтобы хранить достаточно большое количество данных, с другой стороны, поддерживает несколько очагов локальности путем ассоциативности. Идея стоит в чем? Такой кэш состоит из нескольких банков, так называемых, и каждый банк работает как кэш прямого доступа. Вот видите, вот у меня тут в банке всего две строки, четные и нечетные, и вся память разделена на четные и нечетные строки. Один банк работает как кэш прямого доступа. Но банков таких несколько, и поиск по ним уже идет, ну, так сказать, в ассоциативном стиле. То есть, если мы, допустим, обращаемся к ячейке номер 6, что мы делаем? Мы, во-первых, выбираем среди банков тот, чья строчка номер 0 наиболее устарела, выкидываем оттуда строчку номер 0 и записываем туда строчку номер 6. Допустим, это банк номер 2. Когда мы в следующий раз обращаемся к строчке номер 6, мы первым делом проверяем путем поиска тега среди банков, в каком из банков содержится в строчке номер 0 строчка номер 6. Вот. И если она не содержится, значит она не закэширована, а если содержится, то закэширована. Вот. Ну и потом ее получаем. При этом мы не осуществляем полный поиск по всему кэшу, потому что мы ищем только по номеру, по соответствующих строчках в банке, четные или нечетные в данном случае. Соответственно, сколько банков, такая сложность поиска, а какой размер банка, такой объем кэша. И понятное дело, что множественный ассоциативный кэш позволяет держать несколько зон локальности, ну, например, две в данном случае. Грубо говоря, столько, сколько у вас банков. Да? Потому что если кэш ассоциативный, ему вообще все равно, да, он индифферентен к пространственной локальности. Вот что могли, то и закэшировали. Здесь чуть-чуть сложнее, да. Здесь у нас вот все, что лежит в одном месте, может быть закэшировано в первом банке, да, а все, что лежит в другом месте, во втором. Такие вот дела. Это очень грубое объяснение, разумеется. В действительности процессов, грубо говоря, в вашей системе все-таки больше, чем банков в кэше. Но и размер банка достаточно большой, то есть там одна локальность может упираться, может оказываться в одном и том же кэше. В общем, дальше черная магия. Эксперименты с алгоритмами вытеснения из кэша, эксперименты с алгоритмами синхронизации и так дальше, и так дальше. Но идея стоит в этом. Вот. Большинство современных кэшей, они как раз вот такие, мультиассоциативные. И тут мы внезапно переключаемся к ситуации, о которой мы говорили в самом начале лекции, очень вскользь, и, в общем, позабыли, кэш на запись. Ну, казалось бы, очень хочется сделать кэш на запись. В первую очередь, потому что любой кэш увеличивает быстродействие, и в кэш на запись тоже. А во вторую очередь, потому что на самом деле кэш на запись способен увеличить быстродействие гораздо сильнее, чем кэш на чтение. Ибо операция записи... Нет, не сильнее, так же, соврал. Потому что операция записи, она... Ну, смотрите, вы 100-500 раз записываете в какое-то место в памяти, и только один раз, последний, эта запись попадает реально в память. До этого все 100-500, 100-499 раз вы проделывали эту операцию над кэшом. Профит. Вот. Казалось бы, такая простая штука. Но, как всякий кэш на запись, эта штука на самом деле очень тонкая, и ее очень легко сломать. Ну вот мы уже приводили пример с дисковым кэшом и ресетом. Вот. Но есть и более тонкие штуки, о которых я постараюсь сейчас рассказать. У нас осталось 3 минуты, да? Тогда не успею.
Хотя нет, могу коротко расскажу. Значит, во-первых, странный вопрос. Если мы записываем в память, а не читаем из нее, нужно ли то, что мы записываем в память, кэшировать? Казалось бы, да. Потому что принцип локальности говорит, мы осуществили доступ к памяти, скорее всего, мы оттуда начнем читать. Даже если мы до этого не читали. В действительности, что мы теряем? Мы теряем один кэш-хит. То есть у нас, если мы не будем записывать то, что мы записываем в память, не будем записывать в кэш, а потом туда сходим, мы потеряем, у нас будет в первом случае записи кэш-мисс, а потом будет кэш-хит. Небольшая проблема. Если принцип локальности верен, все остальные хиты нам обеспечены. Вот. Проблема состоит в том, что если у нас операция чтения идет через кэш, и операция записи идет через кэш, то это довольно сложно аппаратно обеспечить. Особенно в ситуации, когда чтение и запись у нас разделены, потому что читать-то можно параллельно, а писать параллельно нельзя. Вот. И вот эта синхронизация записи в кэш при записи в память, это довольно сложная штука. И, в общем, как показали исследования, неэффективно. Мы теряем только один кэш-хит. И это в случае, если у нас вообще нету кэша на запись как такового. Да? Это так называемый write-through. Да? Когда кэша на запись нету, просто вопрос в чем? Кэшировать ли что-то, если в кэше на чтение, если идет запись? Ответ, скорее всего, нет. А есть write-back. Write-back – это ситуация, когда мы принципиально используем кэш для записи, и только когда-нибудь потом синхронизируем его состояние с состоянием памяти. И это совсем другой коленкор. У нас появляется понятие горячий кэш. И это ситуация, когда содержимое кэша не соответствует содержимому памяти. С одной стороны, мы должны его держать, согласно принципу временной локальности, как можно дольше в памяти. С другой стороны, чем дольше мы эту горячую картошку держим, тем больше шансов, что мы обожжемся. Я хотел здесь, ну видите, я вот остановился, потому что я понял, что у меня лекция закончится в это время. Вот. Я хотел здесь еще рассказать про дикие совершенно грабли, которые возникают, когда у нас параллельный доступ к памяти. Например, со стороны других устройств. Помните, такая штука Direct Memory Access, мы немножко про нее говорили. Это ситуация, когда устройство само ходит к памяти в обход процессора. И тут выясняется, что мы все такие устройства должны научить ходить исключительно через кэш. А это не так просто, потому что кэш-то вполне возможно на процессоре лежит или где-то там. В общем, такое. Вот. То есть они либо должны ходить через кэш, либо они должны каждый раз, когда устройство работает с памятью, дергать кэш и говорить, так, сначала ты запиши все, вот прям вот все, как вот спусти вот все вот это вот. Да? То есть сделай все строчки этими самыми холодными, кэша, а потом только я запишу. И это на самом деле дико понижает производительность сразу. Есть еще третий вариант, самый сложный. Разработать протокол обмена информацией между устройствами, которые работают с памятью, и кэшом, который бы инвалидировал данные в кэше. То есть вот сначала туда что-то записал один процесс, потом пришло устройство, которое пишет в память и сказало, дорогой кэш, я тут в память написало, так что то, что у тебя тут написано в кэше, это фигня уже собачья, не говори об этом никому. Оно грязное, так называемый dirty lines. Да? То есть пока мы тут кэшировали, память изменилась. И это, как вы понимаете, целый протокол синхронизации, некая логика. Вот, сложная. Я уже молчу, потому что у меня на это нет времени. Что происходит, если у нас процессор, наша система мультиядерная, если у нас есть несколько процессоров, каждый из которых ходит к этой памяти? Вот. Об этом мы поговорить уже не успеваем. Вот. Значит, видимо, все. Задавайте вопросы. Понятно, всем хватило. Вот. Значит, у нас сегодня уже есть что-то типа пятой пары практика.
Все, тогда всем спасибо и до встречи.